«Встречай Воскресенск» – весенняя ярмарка. В ассортименте представлены джемпера, топики, жакетная группа достаточно большая представлена, причем комплекты можно скомбинировать. Для садоводов – павильон с большим выбором титановых лопат, кусторезов, складных пил и корнеудалителей. В общем, все для дачных участков, огорода и не только. Один инструмент на все случаи жизни. Используйте его в саду, на рыбалке, на охоте. Можно использовать дома. Если вы занимаетесь каким-либо творчеством, очень хорошо использовать для поделок. Вот, допустим, штабель. А после работы на даче чай и сладости, кстати. У нас очень большой выбор белевской пастилы, которая запекается специальным способом в русских печах. Очень большой выбор смоквы, очень большого воздушного зефира. А также у нас очень большой выбор мармелада белевского без сахара. Можно и диабетчикам, и не только диабетчикам, можно всем. Ярмарка ждет своих посетителей ежедневно с 10 утра до 6 вечера, до 23 апреля. Шатер находится на улице Советской около семейного магнита. Приходите. Анастасия Сибирякова, Даниил Колпаков, новости «Искровект».